Всем привет! Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. Мы сегодня фикс-прайс. Давайте посмотрим, какие новые привезли товары и что интересного. Вот посмотрите, в стиле лофт появились вот такие подсвечники. Написано вот здесь вот 199 рублей. Ну, возможно, такая цена есть. Очень оригинально, красиво смотрится. Еще одна новиночка. Вот такие завезли ароматические свечи. Стаканчики. Осенний дизайн. Цена 199 рублей. И еще появились вот такие подсвечники. Вот. Но это просто пустые такие баночки. Смотрится очень красиво. Там рисунок по цвету есть серенькие. Такие зеленовато-серенькие. Так, вот остальное все я уже показывала. Посмотрите, какие интересные подсвечники, ароматические свечи, вазочки, держатели для фото и заметок на подставке. Очень оригинальные, красивые. Рамки в золоченой. Золоченые рамки для фотографий 199 рублей. 13 на 17. Ну, конечно, рамок тут большой выбор. А сухоцветы с хлебными колосками здесь уже, вот я смотрю, закончились. Но есть вот такие вот попугайчики. Вот декоративную ветку хлопок, наверное, сегодня возьму. 99 рублей всего лишь стоит. И также, смотрите, завезли товары к празднику Хэллоуин. Я уже набрала тут кое-какие предметы, тыквочки. А набор для творчества. Собери игрушку. Вот можно заниматься. Декоративная подвеска, скелет. Ой. Ой. Кстати, между прочим, длинный этот вот. Ну, здесь только голова с рукой, остальное все тряпочки. 199 рублей. Декорация к Хэллоуину 27,50. Кстати, недорого вот эта декорация. А, тоже такие постеры по 27 рублей. Вот они тут разные. Так, одинаковые. Нет, разные. Разные они тут по тематике. Так, вот это вот что-то такое интересное. Фонарик бумажный Хэллоуин. А, вот он, смотрите, 55 рублей, кстати, всего лишь. То есть вот раскрывается вот так вот. А выглядит, вот я не заметила сначала. Подсвет фиолетовый, что тут? Так. Подсвет они фиолетовые все остались. А, еще, смотрите, имеется вот такая вот декоративная паутина с паучками. Прикольно. Я видела, как используют их в декорациях. Очень красиво смотрится. По 199 вот такие вот тыковки. Разной формы и разного цвета. Белые, золотистые. И вот такие большие две тыковки по 249. Но они пенопластовые. Мне очень понравились вот эти тыковки. Я себе на такую взяла. Вот они рельефные. Но фактура здесь по ткань, но на самом деле это не ткань. Металлический листочек 99 рублей всего лишь стоит. И маски разные. Ой, а это парик, смотрите. Вот такой вот парик 199 с рожками. И здесь ободок карнавальный. А, слушайте, вот этот ободок, он подойдет, знаете, сделать грим Малефисенты. Да? Вот. Как из Малефисенты. А также, смотрите, накидка. Дракончик 199 рублей. И разные тут вот свечи. А вот свечи, тыковки. 18,30. Так, вот такая свечка. Непонятно. Вот такая. Ну и кружка 149 череп. Да, вот я фонарик бы взяла и паутинку еще. Вот такие колпаки по 77 рублей.
Ой, смотрите, бутылка череп. Прикольная такая бутылка с черепушкой. Так, ну вот это вот я уже все показала. Здесь детский костюм уже и накидка и колпак. 249 рублей. Так, и вот эти вот тыковки, смотрите, еще беленькие и оранжевые имеются, фактурные. Так, а что такое? Детский костюм, юбка и ободок, 299. Так, вот такие вот еще вазы. Горшочек стеклянной тыквы называется. Наклейки. Хэллоуин, 77 рублей. Смотрите, чулки карнавальные. Мрак называется. Один размер, правда, здесь. Они светятся в темноте. 99 рублей стоит. И вот эти гирлянды по 99 я себе тоже купила. А, кстати, есть еще гирлянды с паучками. Тоже 99 рублей. Вот. И есть еще вот такие шарики, смотрите. Да. Вот, и еще есть конфетница 99. Кошелек или жизнь? Канал называется «Акварелька» Наталья. А я этот покупала. Это покупала? Да, покупала. Мне понравился очень скелет. Подвесна гирлянда. А это гирлянда? Да, но я их отвязала так. Вот сейчас хочу тоже украсить комнату. Правильно. Зайти вот. Ага. Ой, смотрите, светильник-ночник. Вот такой вот интересный есть. Светильник-ночник. Такая эргономичная форма, красивая. Беспроводное зарядное устройство. 199 рублей. Наушники с микрофоном 149 рублей. А, и вот смотрите, наконец-то к нам тоже завезли лампы. Кольцевая лампа со штативом и с кабелем USB. Лампа отлично подходит для фото и видеосъемки. Разборная конструкция. 36 лет. Длина кабеля 190 сантиметров. Вот я на юге показывала. Мы заходили там в фикс прайс. Они были, а к нам вот только сейчас завезли. Штативы есть с держателем, но у них штативы не поворачиваются. То есть вот такой поворотный нету механизм. Так, а вот это что? Светодиодики. Кемпинговые лампы нового формата у меня есть. Другая немножко. 199 рублей стоит. По 199 коврики. Разные здесь размеры. Ой, смотрите, какая хорошая сушилка для посуды. Складная, 249 рублей. Ой, смотрите, появился экран защитный от брызг. Защищает фартук кухни от масляных пятен и брызг. Легко складывается до компактных размеров и подходит для многократного использования. 76 на 22. Вот такую кастрюльку закрыть, да? Так. Вот он такой экран. Так, ну такой, знаете, как пластик. Состав у него. Так. Состав углеродистая сталь. А, смотрите. Углеродистая сталь – это хорошо. Я думала, пластик. Нет, не будет гореть, в общем. Хорошая штука. Вот появился, смотрите, нож для масла, 77 рублей. Вот такой вот интересненький. Экран от брызг с ручкой. А вот еще такой экран, смотрите, сверху накладывайте над сковородой. Вот как здесь. Что только не придумают китайцы. Много всего интересного тут. Появились новые баночки.
Он 0,5 литров 99 рублей, 0,25 55 рублей. Такие красивые, да? Банка с замком, с ложкой. Такая что такое? А, силиконовая форма по 99 рублей, знаете, вот такой вот формы. Можно кекс испечь, хлеб испечь. Так, ну эту посуду я уже все показывала. Нового я ничего не вижу. Такого. Смотрите, какой классный наборчик нашла. С кактусом. Устойчивое дно. Небольшая чашка. И можно подобрать целый комплект. Еще есть чайное блюдце. 77 рублей. Так, а вот сколько стоит чашка, мы сейчас узнаем на кассе. В общем, друзья, вот этот вот набор будет стоить 110 рублей. Потому что чашка 55 рублей. И вот это вот блюдечко, ну такая пирожковая тарелочка, тоже 55 рублей. Очень смотрится, кстати, красиво. А, рисунок, кстати, здесь разный можно выбрать. С любыми растениями. Да, слушайте, а их всего-то осталось вот две. Здесь с кактусом, а здесь... Взять, что ли, у них удобные, устойчивые. Вот такой большой коврик, смотрите, хорошего дня, со смайликом, прорезиненный снизу, мягкий сверху. Вот он у меня еще, даже не умещается в кадр, стоит 299 рублей. Яркие такие зелененькие коврики. Но тут, кстати, их можно выбрать разные. Вот такие по 199. Вот такой красивый коврик. Смотрите, осенний колорит такой, рисуночек. 199. Да, вот этот мне нравится. Ну и классические коврики по 199 рублей. Перчатки женские. Вот такие пушистые, тепленькие. 249 рублей. Ну и мужские шапки давайте посмотрим. Вот такие простенькие, 149 рублей. Шапка-ушанка 199 рублей. Женская шапка 199 рублей. Вот она, кстати, это теплая, с мехом внутри. Друзья, всем привет! Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Акварелька. Всем спасибо, кто поддерживает меня. Такие шапочки, смотрите. По 199. Вот красивые, смотрите, шапочки. Женские. По 199 рублей. Вот, очень такая миленькая. Осенняя. Знаете, какие варежки детские, красивые, мягкие, по 249 рублей. Они внутри как бы меховые. Колготки по 149 рублей и по 199. Такие тепленькие. Не скатываются, с кашемировым. Теплые кашемировые колготки не скатываются, да. Вот что написано. Ой, какие эти кофточки, смотрите, рубашечки. Плед по 299, 100 на 150. Есть вот такой красивый цвет, бежевый. Так, еще что? Вот это вот что, полотенце. И вот такой вот еще плед. Ну, это больше, наверное, к Новому году такой, да? Традиционный цвет. Зеленый с красным. Вот этот вот симпатичный. Но они маленькие, эти пледы. Для ребенка.
Пойдет в зал. Такие декоративные осенние композиции овощей. 149 рублей. Одна связка. Тут картошечка, чесночок, кукурузка, перчик. Вот еще с тыковкой была бы веточка, но нету. На этом заканчиваю свое видео. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем рада, каждому человечку. Всем теплой осени, крепкого здоровья. Вы были на канале Акварелька с Натальей. До новых встреч. Пока-пока, друзья. Смотрите, какая фоторамка, да? Видеоокошко. Классная.